34 уровень Drop and Cup, достаточно сложный. Здесь именно тот случай, когда нужно подобрать момент. Что ж, подбираем. Это будет, ну, достаточно долго обычно, если затягивать. Однако можно вполне таки пройти на 3 золотых. Желательно попасть именно в эту щель. Оп. 3 золотых. Еще раз. Видите. Главное подобрать момент. Удачи вам.